Тайны есть у всех. Просто наши тайны опаснее. Все, что мы обсуждаем, должно остаться между нами. Разумеется. Президент поручил мне заняться созданием зарубежной разведслужбы. Эдвард Уилсон верил в Америку. Поступил приказ, я отправляюсь в Европу. Займешься спасением мира? Сделаю, что смогу. И был готов сражаться в новой войне. Милости прошу в наш клуб. Здесь вы сможете изучить английскую систему разведки. Я к портному. Как рыбалка. Отпустите мангуста. За создание самой мощной тайной разведки в мире. Джентльмены, за ЦРУ. За грязные тайны. Что бы тебе ни говорили, не доверяй никому. В нашей профессии так лучше. Откуда мне знать, что вам можно доверять? Они сняли перчатки. Назови имя настоящее. О приличиях можно забыть. Как тебя зовут? Я боюсь таких, как вы. Из-за вас начинаются большие войны. Нет, мы стараемся их уменьшить. При первой возможности вы залезаете куда угодно, как воры среди ночи. Маргарет сказала, вы работаете на ЦРУ. У моей жены бурное воображение. Не смей никому говорить, чем я занимаюсь. Чем занимаешься, я не знаю. Уезжаешь в 5, возвращаешься в 10 всю неделю. Я живу с призраком. Я не знаю о тебе ничего. Целых 30 лет? Почему люди вроде нас готовы служить стране, забывая о деньгах, жить в постоянной опасности, ежесекундно рискуя всем? Он приносил в жертву все. Причина не в преданности и не в присяге, а в вере в то, что мы делаем. Даже самого себя. Я не видел своего сына. Ты Эдвард? Мы не должны жить, как чужие люди. Помни, что я говорил тебе о друзьях. Бросай все, пока это возможно, Эдвард. Пока в тебе еще жива душа. Мэтт Дэймон, Анджелина Джоли, Алек Болдуин, Билли Крадок, Майкл Гэмбок, Уильям Хёрд, Джо Пеши, Джон Туртура, Роберт Де Ниро в фильме «Ложное искушение». Скоро на экранах.